Привет, зритель! Сейчас тебя ждут пустые баночки декабря уходящего 2022 года. Их немного, но они все же есть. Я решила их обозреть, чтобы выкинуть их вместе с другим мусором перед тем, как наступит этот год. В следующем смысле. Заодно тут собираюсь генерально убраться. Частично уже убралась, частично еще нет. Вот вынос мусора вместе с ними будет. У меня тут закончилась не то чтобы уходовая баночка, но пустая. Перекись водорода. Перекись водорода я использую, если меня кошка цапнула внезапно. А если ты еще не в курсе, то сейчас узнаешь. У меня от вида малой крови сразу так в обморок хреначится. Я капаю на ранку. И оно обеззараживается. А потом мажу кайлашем дживаном. Капаю в основе я и в уши, потому что иначе я по-другому не могу чистить уши. А мне еще врач давно посоветовал именно так и чистить уши. В общем, перекись у меня тут закончилась. У меня закончилось вот это мыло, подарок от подписчицы Лёлечки детское, мыло завода Крестовниковых, для детей крем и чистотел. Я сейчас прочитала, посмотрела на картинку, мне что-то хотелось срочно посмотреть какое-нибудь аниме из тех, которые у меня лежат, и я их не смотрю, потому что я, когда начинаю смотреть больше одной серии в день, но при этом не каждый день, я сама себе говорю, если у меня есть время на аниме, значит, у меня есть время на сканлейт или на какое-то другое дело, которое тоже надо бы сделать. В общем, мыло хорошо мылится и пенится, но очень плохо в том, что оно очень сильно размокает, либо растрескивается. А иногда размокает и растрескивается, это такой гемор, вот когда оно размокает, под ногтями остается. В общем, я его с горем пополам доюзала. По большей части иногда его юзала, как чисто вместо геля для душа, очень хорошее в этом плане. Кожу не стягивает, хорошее мыло, спасибо Лёлечке. Но вот минус, вот то, что оно растрескивается и размокает. Он вот так вот кверху жопой. Тут еще осталось, оно у нас же еще декабрь не закончился. У нас сегодня воскресенье, католическое Рождество. Если ты вдруг католик, либо просто по умолчанию отмечаешь любой праздник, с Рождеством тебя, зритель! Короче, это подарок от подписчика Сергея. Очень мне понравился этот гель. Adidas, гель для душа, капсулы с зарядом энергии. Ну, как бы, вот когда до половины уже дошел, он, видать, частично выдохся, эти капсулы исчезли. Но клевый гель, хорошо пенится, в принципе. Ну, не сказать, что супер пенится. Я потом прониклась, если побольше на губку вылить, то он хорошо пенится. Хороший гель, мне понравился. Вот тут чуть-чуть осталось, а я сегодня юзалась. Я думаю, он у меня закончится как раз до конца декабря, потому... Я сначала думала записать пустые баночки 30-го, либо 31-го. Думаю, блин, там столько всяких дел будет. Меня стабильно родственники пытаются куда-то припрячь, будто вот кроме меня никто этим не заняться не может, либо на кого-то скинуть свои проблемы. Я, конечно, иногда не против, но иногда это напрягает, потому что, ну, короче, это я даже не буду это вырезать. Под Новый год некогда, наверное, особо будет этим заниматься. Но я подумала, что больше, наверное, просмотра будет, если я это выложу чуть пораньше, чем 30-го. Хотя не факт, что сегодня это смонтирую. В общем, вот гелик у меня. Он заканчивается. И он у меня в пустых баночках декабря. У меня закончилась коробочка из-под палочек, сделанная в Индии. Очень приятный аромат был. Тут 8 штучек было. Я сразу по 2 фигачила, и они как-то дольше горели, чем другие палочки из подобной упаковочки. Или как палочки из более широкой упаковочки, которые там на зонда Калавани у меня еще лежат в юзане. Шринивас Сугандхаля. Я не сильна в индийском, кстати. Я сейчас вспомнила в очередной раз, что мне очень нравились парочки хэм. Но что-то, когда я заказывала палочки ароматические для себя, я совсем забыла про, ну, что мне нравится хэм, и надо было смотреть именно хэм, потому что они универсальные, хорошие, дольше горят, мне у них нравятся ароматы, все в таком духе. Но вот, кстати, оказались тоже неплохими. В общем, вот такие вот палочки. Закончились. У меня закончилось Адриона Алоэ Вера гель. Где тут было написано, кто его там делал-то? Хорватский гель Алоэ Вера. Правда, он такой более желеобразный. Он настолько закончился, что тут вот на крышечке совсем чуть-чуть, а дальше вот прям капельками. Баночку я омою и буду ее юзать. Может, сделаю себе самопальный какой-нибудь кремик на основе воска пчелиного от наших пчелок, меда, кокосового масла, там еще чего-нибудь. И будет всем счастье.
В общем, неплохой. Я его что-то за 116, что ли, рублей покупала. Внезапно я иногда помню какие-то очень странные цены, цифры, суммы, даты. Внезапно так. На Вайлдберриз. Хороший гелик. Единственное, что непривычно, что он был какой-то такой желеобразный. В общем, вот он закончился. Пустая баночка. У меня почти закончилось, на один раз осталось. Это вот желеобразный шампунь для волос любого типа. Особый на травах от Свободы. 76 грамм. У меня волосы стали дико лезть, плохо себя чувствовать, не промывались какие-то вообще, как черт знает что, были ли помоешь голову, она через часа 4 грязная. После шампуня на основе мыльной жидкой от выдумщиков, что для жидкого мыла, что для шампуня вообще. Никому не советую эту основу. Может, я, конечно, не нашла к ней подход за целый год, но как-то вот не оправдала ожиданий. Я решила, что мне надо какой-нибудь небольшой шампунчик на время хотя бы чисто лечебный. И вот вспомнила, что мне такой нравился, и что, в принципе, он как бы не должен быть нормальный. Он нейтральная основа шампуня, мягко моет волосы, благотворно действует на кожу головы. Комплекс целебных трав, крапивы и корня солодки укрепляют волосы, препятствуют попаданию лецитин, нормализует водно-жировой баланс кожи головы и придает волосам блеск. Все вот именно так и есть. В общем, хороший шампунчик. Правда, сегодня я мыла голову ласковой мамой с мальвой, детским шампунчиком. Мне тоже, кстати, очень нравятся детские шампунчики. Был период, я покупала ласковую маму. Еще шампунчик вроде «Мое солнышко» тоже. В общем, хорошие такие. Нейтральные и хорошо к жирным тонким волосам. Хороший шампунчик, мне очень нравится. Если у тебя, зритель, вдруг внезапно проблемы с волосами, там лезут волосы или что-то такое, кстати, перестали лезть волосы, соответственно, ни клоками, ничего, и не было такого странного ощущения, что они как не пойми чего. Пышные с него тоже волосы, и вот такое я тебе советую. Довольно бюджетно стоит, и вот он в пустых баночках. И у меня закончились одни духи от подписчицы, кажется, Светы из Москвы. Это были Дали Лагуна. Коробочку от них я уже отправила на сожжение. Я что-то то с коробочками, все тут так, духи, которые были изначально с коробочками. У некоторых духов я коробочки выкидывала сразу, а некоторые духи оставляла в коробочке. И вот эти были изначально у меня в коробочке сохранены, а потом коробочка как-то того. Очень для меня оно на улице раскрывалось приятно этим самым лотосом. У меня было как-то масло лотоса, еще может быть, в доютубной эре, ну, когда я вела блог чисто печатный, не использовала YouTube, допустим, как видеоблог в этом плане, кстати, 29-го, что ли, декабря будет, сколько-то там лет, ну, в 2008 году, 29 декабря, кажется, я зарегала спинка Глебушки, точнее, благодаря Глебушке узнала, Глеба Мальцев, печизма группа, если вдруг интересно, загуглите. Ну, и на канале есть плейлист, по-моему, в «Шоколадница с Глеба», как-то так, там три ролика. Короче, я там прикола ради, ну, шуточно так интервью не убрала, там, нахуй, самому пересмотреть, глянуть, поностальгировать. Аккаунт тут завела. Забыла, что говорила склеротичка. Так вот, у меня было масло лотоса, и оно пахло идентично, как вот таким моноароматом, как эти духи раскрывались на улице, на холоде таком. А сейчас вот они в помещении открываются, совсем лотос не чувствуется. Как-то так свежо и немножко напряжно. Ну вот они закончились. Я думаю, можно омыть этот флакончик, потом заюзать его как... Ой, так там еще капелька какая-то есть. Там еще есть какая-то капелька. Заюзать их как флакончик для самопальных духов губки. У меня есть какие-то еще губки с таким же носиком другого цвета. И в них вроде тоже какие-то духи есть. Ну, в смысле, другого цвета губки, другой цвета носик. Но похожий формат флакончика. В общем, спасибо Свете за душки. Мне они, в принципе, понравились. На улице, на холоде они открываются лучше, чем летом или в помещении сейчас. Вот. Вот такие пустые баночки. Все, больше ничего нету. У меня тут пустая сумочка от Фраше, бедавшая виды. Аленовая. Всем спасибо за просмотр. Если кто-то что-то подобное юзал, можете написать в комменты. Можете просто что-то написать в комменты, гневное, либо позитивное. Можете поддержать мой канал донатом, потому что я как бы сейчас... Ну, вообще не потому что, я сейчас как бы коплю денежку на новую камеру универсальную и как бы
просто поддержать мой канал. Можете подписаться на Boosty, на Хавчики, либо АСМР. Можете подписаться на то же самое, если вы не из России, на платную, на спонсорскую подписку на YouTube. Ну, можете как-то иначе сказать мне спасибо. Или просто поддержать мое видео пальчиком кверху, либо пальчиком книзу. Или комментом под этим видео. Всем пока! Не забудь поставить палец кверху.